Всем привет! Вы на канале Маргарита и Игрушки. И смотрите, что это у меня. Это крахмал. Ну, знаете всегда, что крахмал не такой. А на самом деле это не крахмал. Мы смешали это ньютоновская жидкость. И мы ее сделали. С чего? Из воды и крахмала. И что получилось? И получилась вот такая вот ньютоновская масса. Да. Смотрите фокус. Сейчас я вам покажу. Слепляете и смотрите. Оно стекает, а также остается вот таким, как и есть. Но это не фокус. Воды добавили, вот, чтобы было вот так. Сейчас. Я постараюсь слепить, а не получается, потому что вот, расслабляемся. Ну вот в уголках может быть. Что у меня, какой фокус? Вот так твердое, да? Когда оберешь, оно мягко. Жаль, что вы не можете это потрогать, дома сделать. Если у вас есть крахмал. Расслабляет? Антистресс? Ага. Такой нежный, приятный. А да? Тут у нас рыбка живет, только не настоящая, а из механизма. Робот. Да, это робо-рыба. А там еще одна рыбка, только она пластиковая. Вот, смотрите, там стеклянные камушки. Вот, можно, оно может засохнуть, если его поставить на подоконник. Смотрите, еще можно так сделать. Ну вот, с ним можно сделать все, что угодно. Вообще, это такой антистресс, да? Антистресс. Смотри, вот оно вроде сухое. Берешь, как будто сухое. А оно раз и превращается в жидкость. Кап. Три. Кап. Кап. Интересно. А руки сухие, да? А еще это как сгущенное молоко. Купаемся же. Только не липкое, да? Такое приятное-приятное. Да. Вот мама подумает такая, зачем ты вылила всю сгущенку? Вы такие, она к нам не прилипает, она наоборот сухая. А мама такая, как сухая, прозревшая. Ну, смотри, вот клякса, да? Вот мы ее вот так соберем. Оп. Это почти что легко намыть. Как будто лужится, а мы ее хоп и берем, как будто она сухая. Ага, это прям очень мягко. Жаль, что вы потрогать-то и не можете. Ну, это может сделать каждый, это каждому доступно, да? О, такая прикольная. Если у вас крахмал есть и вода. Только обязательно нужно холодную воду, прохладную, не горячую. Если вы горячую зальете, будет просто кисель. Да. Ого, как клёво, да? Угу. Из этой... Всегда надо делать так, чтобы была холодная, потому что холодную можно с холодной сделать вот такую вот массу. Ты знаешь, из чего делать крахмал? Из гусенички. Из чего? Из картофеля или кукурузы? А как картофель измельчают? Ну, можно растирают. Сырой. Потом заливают водой. Крахмал оседает внизу. Понятно. Вот у нас рыбка тут плавает. Я тут наслаждаюсь.